Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня только для новичков видео, разбор, подробное видео о вот этот вот узор для жилета. К сожалению, много там комментариев, что непонятен узор, поэтому подробно, наглядно. Так, набираем петли, число петель кратное 5, потому что вот эта коса состоит из 3 петель, между ними по 2 петли. Итак, число петель кратное 5 плюс 2 плюс 2 кромочные, то есть плюс 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот такие 14, чтобы долго не вязать. Значит, так, кромочная, 2 изнаночные, это с этой стороны косы, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные и изнаночная кромочная. Вот такой вот из двух косичек мы сделаем образец. Изнаночный ряд по узору, 2 лицевые, 3 изнаночные. Так, далее, вот видно, да? И здесь, думаю, видно. Вот они, 3 и 3, будущие наши косички. Теперь кромочную снимаем, 2 изнаночные там, где 3 лицевые. Смотрите, здесь вот у нас средняя лицевая, под ней предыдущая петля, видите, дырочка, предыдущая петля, и еще ниже, то есть на 2 петли ниже, 1 2, под петлей дырочка и еще одна, из нее мы вытаскиваем дополнительную петлю, провязываем 3 лицевые, возвращаемся в ту же дырочку и вытаскиваем еще одну дополнительную петлю. То есть у нас получилось 2 дополнительные петли и между ними эти 3 лицевые. Далее 2 изнаночные и то же самое делаем здесь. Смотрим, одна дырочка под средней петлей, вторая дырочка. Из второй вытаскиваем дополнительную. 3 лицевые. Из той же петли вводим спицу в ту же дырку и вытаскиваем еще одну дополнительную. Вот оно. Снова, видите, вот такая галочка получается из этих двух петель. 2 изнаночные и кромочная. Это третий ряд. Четвертый ряд изнаночный. 2 лицевые. Теперь вот эту петлю, которую мы вытащили, дополнительную, мы переснимаем, не провязывая нить перед петлей. Провязываем 3 петли изнаночные. И следующая петля тоже вот эта вот дополнительная. Мы ее тоже снимаем. Видите, они просто пересняты. 2 лицевые. Снова первая петля у нас вытянутая, дополнительная. 3 изнаночные. Вторая петля дополнительная. 2 лицевые и кромочная. То есть мы, по сути, провязали все по узору, а вытянутые вот эти дополнительные петли мы пересняли непровязанными. Так, пятый ряд. 2 изнаночные. Теперь мы эти дополнительные петли провязываем. Вот она, петля дополнительная. Провязываем их 2 вместе. Дополнительная и первая петля этих 3 лицевых, средняя лицевая. Здесь я третью петлю вот так вот меняю местами и провязываю вместе. То есть я сократила эти 2 дополнительные петли.
2 изнаночные, то же самое провязали 2 вместе, дополнительная и основная, 1 центральная петля лицевая. Здесь лицевую петлю просто поворачиваем и вот так вот, захватывая отсюда слева направо, провязываем лицевой. 2 изнаночные и кромочные. Вот, уже видно. Изнаночный ряд по узору, как лежат петли. Шесть рядов. Седьмой ряд. 2 изнаночные, и снова мы вытаскиваем, смотрим, средняя лицевая петля из этих трех, под ней одна дырка, вторая дырка, из второй дырки мы достаем дополнительную петлю, 3 лицевые, из этой же дырки снова достаем. Ну а то же самое, видите, одна дырочка, вторая дырочка, достали петлю, провязали 3 лицевые, из той же дырочки достали петлю, далее продолжаем. Четвертый ряд, с четвертого ряда, по сути, это третий наш ряд. Первый, второй мы не берем в расчет, потому что они начальные, а вязание у нас начинается с третьего ряда. Третий, сейчас я провязала этот третий, третий, четвертый, пятый, шестой, и снова третий, четвертый, пятый, шестой. Вот по итогу получается вот такая вот косичка, девчонки. Я думаю, в этот раз все понятно. Все, а с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.